Президента на сегодняшний день в стране нет. На сегодняшний день. Сегодня. На сегодняшний день президента в стране нет. Сегодня, как вот ваш коллега журналист сказал, есть исполняющие обязанности. Турчинов, да. Значит, уважаемые журналисты, я считаю, что то, что касается президента Виктора Януковича, это уже история. Давайте мы будем смотреть вперед и поэтому будем думать о будущем. То, что касается ваших вопросов, какие вы хотите мне задать, там, наводящие или еще что-то, я вам уже на это ответил. Вы чувствуете себя в безопасности? То, что касается безопасности, я могу сказать так. Значит, я постоянно на протяжении последних нескольких дней, когда вот именно была кульминация всего процесса, связанного со сменой власти, я постоянно в день получаю сотни угроз разного, так сказать, направления. Поэтому то, что касается моей безопасности, это мое личное дело. А также это, я считаю, работа правоохранительных органов. И я считаю, что если есть на сегодня день угроза, я ее заявляю официально и публично, и гласно. Поэтому я считаю, что правоохранительные органы должны в этом направлении поработать, чтобы угрозы были не для меня, а не было угроз ни для кого, ни для одного гражданина Украины. Тем более, я подчеркиваю, что я готов в рамках действующего законодательства, если я нарушен закон, ответить по закону.